Не знаю, слышно меня будет или нет, я в городе. Ездила так по мелочи. Спасибо тем, кто на карту перевел денежку. Снимаю, пожалуйста, планшет. Так немножечко по мелочи. Так удобно с картой покупать. Обалдеть просто. Так классно, прям расплачиваешься через карту. Вообще так удобно. Я, правда, первый раз так. Я обычно просто деньги снимаю, потом уже на деньгами расплачиваюсь. А это через карту. Тут маленечко покушать покупала. Не знаю, снимает она меня или нет. Минус 7, погодка хорошая. Хорошо. Там человек один насчет работы помочь обещает. Толком не знаю, что там. 30, правда. Если посильно будет, у меня ноги, мягко говоря, не очень. Вот. Если посильная работа, я пошла бы с удовольствием. Побежала бы, если смогла, но бежать не умею. А, опоздала. Меня подпускают, обалдеть. Меня прикусили. Мы крутые. О, пакет тяжелый, сумка. Все равно тяжело. Не знаю, что он снимает, короче. Такой мороз снимает ли, все равно мороз. А мне полюбас на ту сторону переходить придется. А то продукты все закончились. Мясо одно осталось, фарш. Ну, макароны, крупы, это все такое. Вот. Надоедает одно и то же. Все-таки тоже. Макарон, 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 макарон. Эмиль, кроме макарон, ничего не ест. Не знаю, снимать она или нет. Ладно. Всем пока.